Администрация северского поселения совместно с энергетиками выехала на встречу с жителями многоквартирного дома по улице Запорожской. Люди жалуются на некачественное энергоснабжение. Вот сколько я здесь живу, это уже больше 20 лет, постоянно проблемы с электроэнергией. Первое. У нас никогда не бывает, не подают там электроэнергию 220, как это положено. Совместно спустились в подвал дома, чтобы замерить напряжение на данный момент. Прибор показал 196 вольт. Такое напряжение и даже ниже у них постоянно, рассказали жильцы. Этой мощности не хватает на качественную работу бытовых приборов. Чтобы решить проблему, жителям предложили обратиться в ресурсоснабжающую организацию для восстановления мощности.